Здорово, бандиты! Да уж, я не особо в настроении, да потому что вы мне кинули уже второй страйк. То есть кинули страйк на авторских права и принципов сообщества. Да уж. Проще говоря... Малолетний дебил. Но я не сдаюсь никогда. Я иду вперед, даже меня когда избили. И мне вообще все равно, что говорят и что хотят эти тупые хейтеры. Особенно вот этот хейтер, вот его настоящее лицо. Но я решил сделать контенты по туториалам. И сегодня в этом видео я вам покажу, как сделать хромакей эффект в вашем Android устройстве. Поехали! Эй, Андрюха, вырубай заставку! Для начала скачиваем PowerDirector полную версию, ведь на Google Play она стоит денег. Ссылка есть в описании. После скачивания PowerDirector запускаем PowerDirector. И нажимаем новый проект. И разрешение выберите сами. И новый проект можете сами называть, что захотите. Выбираем любое видео или изображение. Выбираем любое видео или изображение. Лучше всего выбирать видео, чем изображение. Но как сделать хромакей эффект, спросите вы. А это очень легко. На время вырубаем PowerDirector и будем запускать YouTube. А в поисковике написать Green Screen Effects. После поиска нажимаем на троеточие. И выбираем копировать ссылку, это очень важно. После копирования выбираем Google Chrome. Именно этот интернет-сервис самый удобный. После этого нажимаем на поисковик и удерживаем поисковик. И будем ставить эту ссылку, которую мы взяли на YouTube. После этого опять нажимаем на поисковик и опять копируем эту ссылку. И снова вставим эту ссылку. И после точки мы пишем SS. И нас перекидывает сайт, который мы скачиваем видео с легким образом. И нажимаем скачать видео. После этого перейдем на PowerDirector и жмякаем вот эти штучки. И выберем раздел видео. И ищем папку, в которой мы скачивали это видео. После этого жмякаем вот это. И будем увеличивать размер на свой вкус. Снова жмякаем на видео и выбираем карандашик и постепенное исчезновение. Все выключаем. И самое главное, пип-проекция, ну или рир-проекция. Нажимаем на пипетку, вводим его в зеленый фон и опять жмякаем. На пипетку жмякаем. И вставим цветовой диапазон на максимум. И в итоге, ребята, все получилось. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем удачи и всем пока. Ждите новых туториалов, ребята.